Повышенное внимание в Беларуси уделяется качеству и безопасности молочной продукции. Также ведется активная работа по ее электронной ветеринарной сертификации. Об этом сегодня рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на семинаре в Волковыске. По его словам, специалисты заинтересованных ведомств Беларуси и России работают в тесном контакте, чтобы обеспечить сопровождение нашей молочной продукции электронными ветеринарными сертификатами. Молочное скотоводство в нашей стране – это очень важная отрасль для сельского хозяйства, является локомотивом развития экономики агропромышленного комплекса. И качество продукции в Республике Беларусь продается особое значение. Учитывая то, что мы сегодня кормим наше население и огромную часть готовой продукции экспортируем на рынки третьих стран, наша задача – обеспечить безопасность потребляемого продукта. Беларусь входит в пятерку ведущих мировых экспортеров молочной продукции. Страна на 4-й позиции в мире по экспорту сыров и на 5-й по экспорту сухого обезжиренного молока. По торговле сливочным маслом в тройке мировых лидеров. За год почти 5 миллиардов долларов продаж за рубеж. В ассортименте молочной промышленности более 1500 наименований. И производятся эти продукты, в отличие от зарубежных аналогов, исключительно из натурального молока.